Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в ХС. Так, ну и кто у нас сейчас будет в соперниках? Джайна. Снова маг. Ну, рискну предположить... О, буйный рост — это хорошо, я тогда выкину гнев. Ой, хороший у нас мулиган, хороший. Было бы только когда кого ставить, еще бы пришел тот, кого ставить можно. И вообще замечательно. Так, играем вкусного зомба. Что-то маг там думает. Так, играем бонусный кристалл маны. Я не знаю, есть смысл, да, тут бить нету смысла никакого. Вообще никакого смысла нет. Так, ну я предлагаю на следующий ход размахом вот это дело. Это опять мехмаг. Отлично. А на следующий ход мы дерево войны поставим. Да, он идет, продолжает спамить своими... Или не поставим дерево войны, слушайте. Давайте не поставим дерево войны. А немного затерпим и поставим тень Наксрамоса. Блин, ему еще и это пришла дерзкая налетчица. Не самая худшая, ну, в принципе, нормальный второй дроп. Средний второй дроп ему пришел. Так что пойдет. Еще один крошер. Так, ну давайте бревно ставить уже. Надо ставить бревно. Давайте монетку и ставим бревно. Все, отлично, поставили бревно. Что, овца все-таки есть. Обычно у мехмагов нет овцы. Но у этого она оказалась. Говнюк, а. Так, ладно, это была первая овца, которую он потратил. Давайте второе бревно. Одна овца уже ушла. На следующий ход выходит Кел'Тузад. Чё там у тебя? Чё будешь делать? Как будешь пробивать? Ого, волна огня не выходит Кел'Тузад. Ну, кстати, это хорошо. Волна огня прошла. Замечательно. Так, я предлагаю... Провокатор — это что? Каждый раз, когда разыгрываете карту заклинания, да? Все, отлично. Нам надо переживать эти все заклы мага. Это какой-то мех-кастомаг, блин. Вроде и мехмаг, а вроде и кастует одно. Вот же говно. Да иди ты нафиг. Так, ну фаербол. Блин, у него еще много чего есть. Так, давайте тебя выведем. Нанесем 2 урона. Выведем тебя вот так, убьем. Я думаю, надо провокатора тоже ставить. Надо ставить. Надо ставить провокатора. Так. Блин, ну Сильвану всяко надо убить. Давайте еще одного провокатора. Деф минус 1. Так, уже ушла Сильвана. Блин, ну у нас уже жизни мало. Он, скорее всего, победит. Так, ну это
Да иди нафиг ты, а? Да ну нафиг, сука! Ну это ну, блядь! Ай! Ну и нанесу я эти 3 единицы урона, выставлю я Келтузада. Что толку? Это уже все слитая катка. Что толку? Блин, гребаные сраные маги. Да почему у него овцы фаерболы? Почему у него и фаербол, да, в руке? Ну естественно! Естественно, 16 карт в колоде, все, что нужно, ему пришло сразу. Мне хрен по морде, чтоб так пришло. Да, ладно. Надо просто пережить вот эти вот, когда нам не прет, а прет этим говнарям. Надо просто пережить. Вот, и когда мы это, ну, череду неудач переживем, начнет переть нам, и мы просто взлетим по рангам. Просто взлетим. Горош. Так, это дело убираем. Размах черный рыцарь. Слушайте, мне черного рыцаря, у меня такое ощущение, что провокаторами, кроме меня, вообще никто не играет. То есть черного рыцаря можно убрать из колоды. Заменить на что-то более полезное. Потому как, ну, он у меня крайне редко, он у меня играет этот чувак. Ай. Чё, воин, задумался? Давай, ходи, играй. Так, давайте вот так сыгранём. Думаю, неплохо для старта. Чё, воин, думаешь? Чё будешь играть? Чё хочешь сыграть? Воин решил воздержаться. Это радует. Так, выходи, тень на Ксарамаса. Так, что теперь будешь играть? Слушайте, ну неужели он под какого-то дракона копит карты или что? Укус? Укус-кус-кус. Блин, конечно, соблазнительно сейчас Кел'Тузада сыграть, но... Мне кажется, Ноксрамаса можно выводить. Я не знаю, если он как-то убьет его, ну, то... Ну, хз, короче. Но если убьет, то и убьет. Блин, злой надсмотрщик, не надо было выводить Ноксрамаса. Видите, косякнул, косякнул. Причем жестко косякнул. Ну ладно, сейчас мы зачистим. Зачистим. Вот так вот. Ой, поставь таунт, а, по-братски. Так кого ты ставишь? Это что, таунт? Я могу поставить таунта. Животик Бобо. Так, ну Сильвана это трешак. Я не знаю, давайте кастанем, короче, себе еще вот такую вот шнягу. Чтоб уже на следующий ход у нас было 9 маны. Ага.
Харрисон Джонс. Нафиг я поставил зомба? А, ну чтоб себя отхилить. Это такой тактический ход. Ну ладно. Да вряд ли у него будут таунты. Мне надо что-то ставить. 4-5, там 5-4. Надо. Ну а что смысл держать этого чувака? Блин, задолбали, а? Вот это, конечно, старый крошер Снида. Это крутая штука. Это крутая штука. Тут ничего не скажешь. Чисто поддерживаем горение. Дайте две карты возьмем, а то у нас все грустно. О, размах, дерево. Так, отлично. Ну, хотя ни хрена не отлично. Ладно, тут еще не факт, что что-то хорошее выпадет. А может и что-то хорошее. 6-2. Меняется здоровьем с другим случайным существом. Но мне его надо контрить по-любому. Так, давайте его. Перелив. Блин, где? Которые мне два кристалла дают. Почему их нет? Не... Ну, шикарно. Этот опытный охотник, настало, блин, твое время. И у него 15 маны, он убьет, что бы я ни поставил, у него удар, два удара щитом есть. Просто он настакал себе 15, ой, маны, брони, блин. Просто вот смотрите, я ставлю. Он сейчас хряпс и убил ударом щитом. Удар щитом или нет? Не, у тебя нету удара щитом? А, казнь. Не, ну это, кстати, более выгодно. А как это у тебя нету удара щитом? Укус и в лицо все пойдешь? Забавно. Так, мы тогда ставим еще одного такого таунта. Слушайте, мне нужна карта. А. Помолчи. Ну, я не знаю, давайте куда-нибудь сюда, чтобы он, если этот раскастует, его сдуло. Блин, я не то выбрал. Косяк. Тупой кос... Да блин, вторая казнь. Ну, задолбал, ну. Ну все понятно, все, мощник. Да все я все понял, чувак. Успел же таки сделать, я не успел сдаться. Блин, я не умею применять килтузада правильно. Надо что-то как-то разбираться. Вот, потому как мы на этом 11-м ранге. Нас тут дрючат, и мы ничего не можем. Так. Шикарно. Какой-то глюк.
Мне не нравится, когда глюк. Ладно, сейчас перезапущу ХРС. Убираем изрыгатель. Черный. Не, все, черного рыцаря меняю. Таунтами, блин, никто кроме меня не играет. Мета не подходит для черных рыцарей вообще. Все, черного рыцаря надо подумать, за что, на что его заменить. Во всяком случае, вот заменю и сейчас попру. Таунты, таунты, таунты. Ну, блин, ну не складывается у меня с черными рыцарями. Ну вот хоть ты тресни. Ну вот не складывается и все. С черными рыцарями. Отвод жизненный. Отвод жизненных сил. О, тоже вкусный зомб. Тоже вкусный зомб, тоже вкусный зомб. Энербой 1606 смотрит, как я играю, делать тебе нечего, чем смотреть, как я играю. Блин, а я даже не могу ничего сделать. Так, ну вот чернокнижник, конечно, что-то он тут мутит такое жесткое. Древний дозорный. Провокатора. Ну вот, кстати, чернокнижник, наверное, единственный, пожалуй, класс, против которого еще зайдет черный рыцарь. Может его не менять таки? Так, сейчас посмотрим. Если он его сделает провокатором, то в принципе это будет хорошо. Если он его не сделает провокатором, а сайлент скинет, то не совсем это будет, ну, хорошо для нас. Лучше бы он его сделал провокатором, мы бы его зарубили черным рыцарем. Да, сегодня прям день. Ага, он на меня кинулся. А, нет, он. Да ладно, ты Электлена, да? Темную бомбу? Красава, брательник. Не, ну я просто не ожидал, что там такое сейчас расклад будет. Ну ладно. Черную бомбу он профукал. Это хорошо. О, наконец-то настало. С другой стороны, изрыгатель слизи у всех, ну, у многих в колоде есть. Да не, не буду выкидывать черного рыцаря. Сейчас, например, он помог. Например, сейчас он помог. Блин, ну животик Бобо, я все понимаю, животик Бобо. Так, окей. Посмотрим, что он сейчас сотворит. У них всякие зачистки есть там через всяких убить свое существо и прочую лабуду. А, ну. Ну тут он, конечно, сейчас на десяточку хильнется. Неплохо. Хильнулся на десяточку. Красавчик. Такой довольный собой чувак сидит. Говорит, е, как мы отхилились круто. Как мы вообще круто отхилились-то, а? Ну да, вот против этой колоды у нас четко все заходит. Так, буйный рост, естественно, сейчас кастовать невыгодно. Лучше уже на следующий ход оставить получить перелив маны, потому что у нас и так 10 маны будет на следующий ход. Вот. Так, разменивается, ну это понятно.
Доктор Бум. Доктор Бум, это плохо. Ну чё, рискнем? Пусть сам пробивается через моего. Пусть сам пробивается через моего таунта. Ну, конечно, легко через него пробиться доктором Бумом, но... Но и в то же время. Не, сейчас этот доктор Бум просто во всех колод. Вот это вот очень плохо. То, что исцелятор... Исцелятор крайне хреново. То, что он сейчас попал... Вот это ты неплохо сыграл, действительно. Так, отлично. Но мы пока просаживаем его по ХП немножко. Но, наверное... Блин, ну мы выигрывали. Вот зря я пошел на Мордюган. Зря я пошел на Мордюган. Где толстые мои существа? Блин, 16 карт в колоде. Ни тебе деревьев на ману, ни тебе деревьев... Ой, на карт. Исцеляторами пошел хилиться. Вот говнюка. Конечно, на 8 единиц хилят, блин. Kill to Zat, ты, конечно, вовремя. Давайте посмотрим... Ну, надо вот так делать, а чё? А то он нам больше снимет ХП. Сейчас посмотрим, чё он там будет размениваться, не размениваться. Не, он пошел изи в размен, он тут знает. Да у него чит, блин, хак стоит на эти, на всё. Ну что за пёртые сволочи, а, твари? Ну почему мне так не прет? Когда мне так будет переть, как им прет? Ну давай попробуем Сильвану поставить. Пусть делает размен Сильван. Но он если ее убьет, у меня-то спирать нечего с Сильваной, а у него-то есть что спереть. На лицо пошел. А вот это ты, кстати, опасно сейчас играешь. Латхип. Не, давайте Сильвану убьем. Латхиба сопрем. Кого ж ты спер? Ну, я не знаю, если он нас сейчас не убьет. Ну, вот если бы она сперла не вот этого говнаря. 9 урона. Ну да, он нас убивает. Пошел жестко на морду. Все, там есть чем убить. Адское пламя и еще, видимо, что-то. Ну да. Ну, убил. Ну, вот видите, нам не повезло. Вот сперли бы мы любого другого, он бы нас уже наверняка не убил. Так, конечно, убил. Ну вот ты бота ему, ну вот. Не складывается у нас. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.